Приветствую вас. Я думаю, что, говоря успокоиться, здесь вы подразумеваете отвлечься. Говоря, чтобы, ну, говоря успокоиться, вы имеете в виду, что хотите отвлечься, хотите забыть об этом чувстве одиночества, но я боюсь, что правда, какой бы она ни была, заключается в том, что вам, точнее, некомфортно наедине с собой, что вы тяготитесь с собой, и это проблема, что вам некомфортно, родной, вам некомфортно самой собой находиться. И я думаю, что здесь либо страхи определенные имеют место быть, либо внутреннее отторжение себя. То есть, ну, вот. Вы что-то в себе отвергаете, что-то в себе отрицаете. Я думаю, что проблема в этом. И, соответственно, это может повлиять в дальнейшем на ваши отношения, в том числе на отношения с мужем. Вот, потому что если вы боитесь оставаться одна, то муж это почувствует, муж это, ну, поймет, да, и очень быстро придет к тому, что он почувствует вашу зависимость от него, что, конечно, не будет идти на пользу вашим отношениям. Вот. Понимаете, какая штука? Поэтому решать этот момент, конечно, вам и только вам. Вот. Но, грубо говоря, успокоение, да, как вот вы его имеете в виду. Вам на самом деле не сказать, чтобы поможет, то есть не сказать, что это решит ваши проблемы, вот, которые у вас есть, потому что сейчас вы, например, успокоитесь, что будет дальше, что будет завтра, вот, то есть, как бы, проблема это не решит ваш, вот, поэтому нужно, если вы действительно хотите ситуацию исправить, нужно двигаться в направлении работы над собой, личностного роста. Мне кажется, что вы можете быть излишне привязаны к людям вокруг вас. Вы можете обесценивать себя, вы можете обесценивать свои возможности, свои ресурсы. Вот, вы можете думать, вы можете
допускать, что, например, одна вы без, там, ну, грубо говоря, без людей вокруг вы не справитесь, что одна вы не сможете и не будете счастливы там и так далее. Хотя это, ну, безусловно, это не так, это и не может быть правдой. Вот. Поэтому вот то, что я могу вам сказать, вот то, что я могу вам ответить. Вот. Ну, как бы, да, то, что я могу вам, вот то, какую, точнее, могу вам дать обратную связь здесь. Вот, так что, ваше, вот, ваше одиночество, вот это вот чувство одиночества, которое вы испытываете, да, оно имеет под собой вполне реальные, так сказать, причины, вполне реальные основания, и необходимо вам, на мой взгляд, с этими основаниями поработать, вот, чтобы вас это не тяготило, чтобы вас это не делало, ну, чтобы вас это не делало зависимым, да, от, ну, от людей, от мужа и так далее, вот. Вместе с тем вы можете повысить свою собственную ценность в глазах мужа и, ну, людей, окружающих вас. Вот. Так что, да, тоже такой вот достаточно важный, я бы сказал, момент, достаточно важная история здесь, на которую вам имеет смысл обратить внимание. Вот. Поэтому на успокоение, как бы на успокоение, вам рассчитывать, на мой взгляд, не стоит. Именно на успокоение. Вот. На что действительно стоит рассчитывать, так это на определенную работу над собой. Вот. И если эта работа будет вами проведена, да, то все будет, в принципе, весьма неплохо для вас. Вот. И закончится все может более чем хорошо. Вот. Ну, это то, что я могу вам сказать. Это то, что я могу вам ответить. Ну, с точки зрения того, что, значит, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.